Дети, вам посылка. Ура! Ура! Вау! Какая посылка? Что там внутри? Так, что тут у нас? Ух ты! Это же большой Стрейч Армстронг! А тут еще и Бакман! Вау! Ух ты, и Сони! Какой тягучий! Вот! Зон! Бакман! Ух ты! Смотри, шарики! Тут инструкция, смотрите! О! Трусика! Ух ты! О, мускулы! Армстронг самый крутой! Да! Это я! Нет, Бакман самый крутой, потому что он выше тебя! Бакман круч! Эта игрушка была впервые выпущена в 1976 году! Если бы этот красавец-блондин был человеком, ему бы было сейчас 45 лет! Вот это поворот! А пришелец Бакман его самый главный враг! Бакман уничтожать, Стрейч Армстронг! Тебе не получится меня уничтожить, мерзкий инопланетяшка! Я непобедим! Бакман круть! Не! Я, конечно, извиняюсь, но может вам просто устроить между собой соревнование? Так мы и узнаем, кто из вас самый крутой! Ребята, если вы за соревнования, тогда поставьте лайк под это видео! Точно! Давайте устроим соревнования! А первый конкурс – мистер Большие Мускулы! Первый участник конкурса в категории до 1 килограмма – Стрейч Армстронг! Который помогает ему восстанавливать начальную форму. Сейчас пришла очередь Бакмана. Ну пусть покажет свои мышцы, если они у него вообще есть. Второй участник соревнований – Бакмен. Внутри него шарики, смотрите. Похоже, у этого мешка с картошкой нет не только мышц, но и костей. Бакман насос. А, точно, насос, сейчас. Ну вот, сейчас еще и мозги выкачают. О-оу. Ну что же, Стрейч Армстронг побеждает в номинации «Красота кубиков», а Бакмен в номинации «Стальные мускулы». Следующее соревнование – растягивание! Но в этом мне нет равных! Я же все-таки Стрейч Армстронг! Бакмен тянучка! Ага, спасибо, что не вонючка! Вам нужно растянуться как можно сильнее! Смотрите! У меня сохранил форму, а у него нет. У меня наоборот становится начальная форма. А я вот такой вот. А с тебя руки. Смотри, опускай. Кирка. Твердый как камень. Добываю алмаз. А если я буду сохранить его еще форму? Нет. Оказывается, нет. А давайте вот так вот тут его потянем. Давай. Нет, тут его вообще интересно. Глеб, давай Соника потянем. Давай. Нет, нет. Следующее испытание турнир. Мы испытаем, смогут ли игрушки выдержать, когда мы на них повиснем.
бал, а то Эрик что-то не знает, что делать со своим. Да, у меня он вот какой. Я на нем, конечно, наверное, вон там упаду вниз прямо так. Турник, то есть турнир начинается. Ну что, все игрушки выдержали? Хотя... О-оу. Нет, нет, отпустите меня. Я не хочу, я не буду. Отпустите меня немедленно. Ёжик! Вакмен поймать ёжик. Четвертое испытание. Суперспособности. Пусть каждый продемонстрирует свою суперспособность. Легко. Стрейч Армстронга можно завязывать в разные узлы, и он сможет распутаться. Вот так. Не распутаешься. Понял? Я выпутаюсь из любой ситуации. Теперь скручивание. Да. Любимое. Все. О, червяк. А сейчас Бакмен. Бакмен сам. О, в нем уже воздуха не осталось. Когда Бакмен злится, он деревенеет от ярости. И сейчас. И... О-оу. Чтобы его успокоить, надо нажать на эту кнопочку. И он снова встает мягким. Бакмен няшка. Следующее испытание – выдерживание тяжести. Я первый буду. Так, смотрите, мы ложим сюда его и его. И катим. И катим на печку. Мне интересно, что с ним. Потому что... По нему проезжает гантеля! Бакмен злой! Бай! А теперь проверим Соника. Нет, нет, ребята, нет! Смешного! Соник смешной! Бакмен смеяться! А, да! Тогда я объявляю новый конкурс! Суперэластичность. Вот это поворот. Вам нужно попасть внутрь коробки с игрушками, используя свою эластичность. Бакмен, я не пролезаю. Давай сейчас. Так давай попробуй, попробуй. Одна нога. Заталкиваю. Есть, попадается. Получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь я, получается. У него голова не пролезет. По нему пролезет. Так. Вау. Ты проигрываешь. Почему? Я выигрываю. Смотрите, ребята, как он уже засунул меня. Все. Давай, залази. У него большая голова, он не сможет сюда пролезть. Смотрите, как я могу. Смотрите, еще такой игрушки. Он выиграл. Он выиграл. Я внутри. Как тебе это удалось? Но просто, в отличие от вас, я полностью эластичный. У меня даже иголки тянутся. Бакмен в шоке. Поздравляю, Соник, ты меня удивил. Неважно, насколько ты кажешься крутым, но в тебе всегда есть своя изюминка. Если вам понравилось это видео,
видео, тогда ставьте лайк, а подробности о игрушках в описании.